Всем привет, и вот вы дождались. Сегодня у нас еще один выпуск, посвященный смертельным файлам. И я хочу, перед тем как мы начнем, я хочу всех поздравить с пятым юбилейным выпуском данной рубрики. И давайте под этим видео соберем 15 лайков и на канале наберем 1000 подписчиков. Итак, приступим. Первое видео называется «Обречение». Подробной информации, к сожалению, у меня по этому видео нет. Как мы с вами видим, нам демонстрируется какое-то дерево, далее идут помехи, потом надпись «Вот умерших таких бродят». Потом появляется какая-то картинка, надпись «Мы вернемся назад». Дальше появляются еще какие-то картинки, потом какие-то люди изображены, потом надпись «Они мертвы». Далее опять какая-то картинка и надпись «Обречение». Потом какая-то непонятная надпись и еще какая-то картинка. Далее надпись какая-то, потом надпись «Твой отец мертв». Еще одна какая-то надпись, потом помехи, еще какая-то одна надпись на помехах. Еще одна непонятная надпись в помехах. Потом картинка, потом какие-то пошли картинки. Надпись «Посмотри на меня», и видео на этом заканчивается. Ко второму файлу предлагается следующее описание. Я сидел ВКонтакте и смотрел мемы. На часах было 10 часов вечера. В личное сообщение мне приходит ссылка на скачивание какого-то файла. Я его скачал. Запустив, я увидел лицо мальчика, которое выглядело очень страшно. Как будто он глядит в свою душу своими красными глазами. Это изображение как бы отпечаталось на моей сетчатке. Он снился мне 3 дня. Я постоянно ощущал чье-то присутствие позади. Сами взгляните на меня. Вот так вот выглядело на компе. У меня был запущен процесс COS652.exe, хотя такого файла у меня не было. Я подумал, что это какой-то вирус, но антивирусы ничего не находили. И я подумал, может быть, мне удалить это фото? Удалив эту фотографию, все странности исчезли. Не понимая ничего, я быстрее залил это фото на SSD-диск, отформатил флешку, на которую я перекинул фото, и не подходил к компьютеру неделю. Третий файл называется hwalazivodjdobar.mp3. История к нему такая. Я купил на днях бэушный компьютер и начал удалять ненужные файлы. Первое, что я заметил, это то, что на компьютере было много медицинских работ, картинок и так далее. Как я понял, тот человек, который продал мне компьютер, был медиком. Так вот, я нашел аудиофайл под названием hwalazivodjdobar.mp3. Я перевел это словосочетание в Google переводчике. И вот перевод. Спасибо, жизнь хороша. Это аудио длится 4 минуты 16 секунд. Я решил включить его. На первых секундах можно услышать вой или мычание. Человек просит о помощи или смеется. Мне стало страшно, но я слушал дальше. Потом появились низкие звуки и гудение электрическое. Я слаб в метафорах и эпитетах, так что извините. Потом это все перешло в какой-то психологический трек. Задом наперед, наверное, и вдобавок крики. Я погрузился в легкий транс, подумал о жизни, через несколько минут продолжил прослушивание. Я слышал шорохи, и мне слышалось, что кто-то стучит по двери. Время было 7 часов вечера. Я живу в Альбоне, Украина. Потом начался вокальный голос с резким оглушительным писком. У меня начало двоиться в глазах и болеть голова. Я поставил на паузу и через пару минут продолжил. Я не знаю, что это, я просто хочу поделиться эмоциями. Через пару минут все это превратилось в боль, похоже на страдания душевольного. И последний файл из isaooph.bm. История со слов очевидца. Этот файл я обнаружил в сети на сайте uap.dov. Сейчас он удален. Я искал программу isaooph и наткнулся на этот zip-архив. Скачав его, я увидел это. Дата создания файла 1979 год. Это возможно? Наплевав на это, я открыл файл и был шокирован тем, что на нем было. На нем были изображены шестеренки. Везде. И то, что в них, меня пугало, они что-то мне напоминали. А фон? Фон просто ужасен. Он синий и, казалось, выжег глаза. Но что-то потянуло меня открыть этот файл через блокнот. Вот что там было. Это было странно. Что-то было еще, но я уже не хотел смотреть.
Я не знаю, чего еще ожидать. Кстати, этот файл с ресурса UpToDoc удалила администрация через 2 дня. Помогите разгадать смысл файла. На самой картинке я заметил надпись I hear you. Поищите ее на картинке. Вот такая вот получилась подборка. Если вам все понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего нового и интересного не пропустить. С вами был ваш любящий Артём Мудрый. Берегите себя, своих близких. До свидания.